командир, командир, командир. Да. Мы два шпиона. А вот у меня есть с собой СПБ. Кто, куда его положить? Мама дать? Давай мне. Давай, держите. Я 10 выкинул. Так это обычная кока-кола. Да, вряд ли. Кстати, я еще знаю, где находится SCP-500. Это таблетки, которые... Покажи, давай, веди. Сейчас, секунду, я заберу. Все. Пусть зайдут Патч и Гриффит, они дезориентируют. Патч, Гриффит, пошли за ним. Давай. Наши зашли туда, шпионы. Сейчас они их повалят, и мы потом заходим. Пароль лягушка. Не понял. Поддерживаю лягушка. Уйдите, пожалуйста, с чистоты, нахуй. Заходим, я думаю. Ладно, заходим, да, пойдем. Ладно. Четверо человек, все, все остальные там остаются. Да, хватит. Ну, пятеро будет. Блять! Минус один! Пошел, пошел, штурмуй, штурмуй! Залетайте, залетайте, ректора! Всем лежать, всем лежать! Сука, переговорщик умер, блять! А данный ролик был снят на сервере Wild Event. Ссылка на их дискорд и IP серверов в описании под роликом. Кто-то едет, это наш? Наверное. Свои. Галюшка. У нас один умерший, переговорщик умер. Я реанимирую его спокойно. А как? О, переговорщик, добро пожаловать обратно с того света. Спасибо. Командир, а у нас осталось в Ладзине Д-класс. Мне что с ним делать? Приводить его сюда, Кон? Да-да-да. Доктор Конанас, у нас, собственно, вопрос. Сколько у вас тут людей работает в комплексе? Мне-то откуда знать? Я человек подсчитывал? Я их не подсчитывал, и мне это не было никогда важно. Я инженер здесь, а не бухгалтер. Инженер все равно должен знать, сколько людей тут работает, как бы. Вы же тут, блядь, не сидите где-то в яме, нахуй, и чините свои провода 24/7. Не поверите, но я прямо так и делаю. Блядь. Хуёвый какой-то вы, научный сотрудник вообще. Ой, доктор Коннор, короче, у вас есть 5 секунд на то, чтобы нам ответить, сколько примерно охранников у вас находится в комплексе. Товарищ командир, не надо его стрелять в него. Давайте лучше в ногу его. Ну так я и хотел в ногу. А-а-а, ну давайте. Смотрю по тому, куда вы прошли, вы уже всех убили. Да быть не может такого, что-то 2,5 человека работает. Пиздец. 2. Ну ладно, 10. 10. Может, кто-то, пожалуйста, посети двери по очереди. Здесь не делать. Смотри на нее, чтобы никто враг не пришел. Я пока покрафчу оружие. Дульный ускоритель, звучит сексуально. Вы никто не смотрите за этим. Да я ж попросил, блять. Ладно, сейчас по рации буду вызывать дебилов наших. Ау, Василий Петрович Пиздобратенко Ивановича. Пароль лягушка, алло. Ладно, сейчас сменю частоту. Есть кто на связи? На связи лягушка, ответьте. Товарищ командир, может запрем этого ученого в камере? Да, как вариант. Пойдем. Цепа. Может себя запрячу там? Не, давай, валить. У меня есть карта инженера, добрый день. Командир, это ой, весь Д-класс вооружен, и я не хочу их выводить. Ну нахер. Они на нас выпендривались и говорят, что хотят нас убить. Я не хочу им доверять. Блять, придется в расход. Василий Иванович, мы съебуем. Уходим. Уходим, блять, пошли, сука, пошел Коннорс. Не заставай, нахуй. Тоже вставай. Используем заложников как щит. Если что, кричим, что у нас заложники. Вот и все. Ладно. Дайте им компьютер. Компьютер все, дайте. Так, МП-10 начал. Все, давай, уходим. Серк, тут шприцы. Да хоть не надо. Нет, не думай. На эту дрянь не подсядь только. Да класс, ложите оружие. Да класс. Оружие на землю. Может, откроем огонь? Нет, стой, погодь, не надо открывать огонь. Эй, брось объект. Чел, да стой, никто тебя ничего не будет. Просто бить. Брось объект. Просто откуда у тебя, это нормальный объект? Брось его, а то руку оторвет антициклоном, нахуй. Это бутылка объект, просто брось бутылку. Мы даже тебе аптечку дадим, если отдашь ее. А у меня уже и... Просто брось бутылку. Ладно, уходим, народ. Уходим. Пойдем. Оранжевый, пойдем. Сейчас оружейную, забираем оттуда последних наших и съебаем. Давайте быстрее, блять, время тикает. Все, мы уходим, народ. Тебе, блять, отдельное приглашение надо, Хлой. Пошел. Пури в лоб и все, он мне надоел. Василий, пойдемте, быстро, блять. Быстрее. КПП заблокирован, они не могут пойти сюда. Осторожно! Нет! Добрый день, господа. Не хотите нас пропустить по добру, по здорову? У вас Д-класс вооружен, вы уверены, что хотите ему оружие? Да, абсолютно, у нас даже заложники как бы среди ваших друзей есть. Извините, это уже как бы вон там. Где переговорщик? Пошел переговариваться. Здесь я, блин. Переговаривайся.
Отойдите нахуй за двери, пожалуйста. Все. Все, кто не участвует в переговорах. Нам нужны научные сотрудники и менеджеры комплекса. А, мы можем их выдать вам после того, как уйдем, будем в безопасности. Какие у нас есть гарантии, что вы нас не обманете? Все, да? Да нам они просто нахуй не всрались, понимаете? Так что гарантии у вас, я бы сказал, железобетонные. Блять! Что за... Тихо! 939 нарушил свое содержание. 939 вышел. 939. Или вы нас пропускаете, или мы будем убивать каждые 10 минут по одному научному сотруднику. И начнем мы с менеджера. Ну, самый главный, самый важный, как бы, чтобы сразу было ясно. Ну да. Рептилиан. Да я в курсах, я, блядь, ее жопу видел. Ты что, блядь, пошел отсюда нахуй! Пошел вон. Так, тихо, злой. Злой чел, негативный. Тихо. Молчи. Глупые псы. Блять, я сейчас запрошу, чтоб тебя к нам отправили, понял, нахуй? Доктор Харрисон, идите сюда. Харрисон, иди сюда. Сюда. Кто-то ранен? Нет, мы тебя, блять, будем это обменивать сейчас. Мы вам кое-что хотим показать. Блять, я думаю, что будет, сука, нет. Заткнись, нахуй, пожалуйста, Ворна, иди отсюда, блядь. Блять, ну стой здесь, стой, иди отсюда, блять. Где переговорчик? У вас уже... Мы смещаем вам время на 2 минуты. Ой, не плачь, Дядька Ярды, людей пугаешь, пиздец. Либо выпустите их, либо их убейте, либо спасите меня, но должен я выжить. Это обязательно. Ну ты скотина, блядь. Да. Кыш. Пошел нахуй. Быстро пошел. Через как мы отправляем по дому научного сотрудника. Ну пошел отсюда, давай, ублюдок тупой научный сотрудник. Это, давай отойдем, мне кое-что сказать. Давай. Я попробую сказать то, что я заложник. Ну давай. Они предлагают выпускать нас по одному, по несколько групп. По одной небольшой группе с несколькими научными сотрудниками и SCP. Я согласен. Ладно, Харрисон, пошел нахуй отсюда, тебя сейчас убивать не будут, мы другого отправим. Ты слишком, блять, бесполезный. Так, ладно, мексиканец, иди сюда. Ладно, мы пускаем доктора Паджа и мексиканца. Потом нам по рации скажешь, как там с тобой, нормально все или нет. Если вдруг с ним что-то случится, мы как бы ебашим всех. Все, мы выпускаем, открывайте дверь. Товарищ командир, давайте отойдем пока что. Да, мы отходим. Готовьтесь, мы выпускаем первых заложников. Да. Хорошо. Ну как там дверь? Открыта? Все, выводим. Закрывайте дверь. Следующая группа пойдет со мной. Мы выпускаем этого менеджера. Да класс некому отправить. Блять, ладно, отправляем до класса. Я с ним пойду, я буду на раз, и все. Может, Гермика отправить? Не, лучше я, давай. Все, мы готовы, сейчас выйдем. Открывайте дверь. Что вы, командир? Они готовы. Открывайте. Мы выходим, мы выходим. Пошли, пошли до класса, пойдем. Пошел, доктор Коннор, блять, Ворна. Пошел. Ну ёпта, давай, чё ты какой злой-то, я не понимаю. Прикажите до класса опустить оружие. Прикажите, пожалуйста, до класса. Опустили оружие до класса, пошли. Доктор Яр, мы выходим к выходу. Все, командир, лучше бы вам съебаться, гусь. Отошли обратно к воротам. Мы выходим. Побежал. Бля! Доктор. Сука! Ладно, мы уходим. Я слышал, вы захотите это, захватить себе. Нет, мы вам хотим, блять, спасти, дебил. Пошли. Выйдем, ура! Братья. Свои? Никого. Ну как сказать свои? А где наш доктор Коннор подевался, Гонор? А что, собственно, произошло? Доктор Гонор исчез. В смысле, что произошло? Так, а почему трупы лежат в лифте, ваши трупы? Я даже не знаю. Пойдемте сейчас узнаем. Съебитесь, пожалуйста, за стеночку. Съебитесь, пожалуйста. Я попросил. Доктор Яр, меня слышно? Ой, как его? Дядя Яр. Дядя Яр, блядь, пиндос ты ебаный, ты забыл, блядь, рацию включить? Было б неплохо, чтоб ты вышел за стеночку, пожалуйста, дорогой человек. Да, он туда. Я тебе даже открою, блядь. Да кто, блядь, тут двери открывает, нахуй, я тут сру. Вы съебаться не хотите, дорогие люди, блядь? Или я сейчас отдам, блядь, команду всех нахуй там перерезать, съебались? Отойдите, нужно кое-что обсудить. Понял. Вот будем через стеночку обсуждать. А, Яр, вы там как, на связи? Дядюшка Яр. Короче, блядь. Я ваши рации в рот наоборот ебал. Да, куда мне идти? Что? Я ваши рации в рот наоборот ебал. Куда мне идти, блядь, где там мои? Я им так, блядь, скажу.
Что стоять? Выстрелил транквилизирующим патроном в ногу повстанцев. Что повтори? Ты, блядь, ты охуел, что ли? Транквилизирующий патрон. Сильный транквилизатор. Ну, кайфую. Ты типа вырубил, все. Окей. Повернись к Сиву, тебя сляпали. Так я ж вырубился. Да, ты, короче, мы типа РП-описание связали, все. Охраняйте его. Гусь, ты бесчестный человек, еще и транквилизатором стреляешь. Я ж вообще не по наркотикам. Я тебе винтовку потом в жопу запихаю, блядь. Не ругайтесь, прошу. Ну я не могу не ругаться в этой ситуации. Нет, ну дай мне, ну ладно. Пойдем. Да вы заебали мне, блядь, локтями толкать. Ну куда она? Тут одни трупы, блядь, тут одна смерть от вас. Ты описание схватил за шиворот от Серега, после чего понес за собой. Ты заебал, ты обосрался бы, блядь, если бы ты меня схватил. Все, связал. Заебали вы мне связывать с этими нахуй конфетами какими-то, хули, блядь, все время связывалка снимается. А, там, ну, значит, чем вы увлекаетесь по жизни, да? Да вот, шахматы иногда поигрываю. А что насчет шашек? Шашки тоже нравятся, но шахматы мне больше нравятся, наверное. Что насчет аниме? 50 на 50. 50 на 50 это как? Манга? Ну, мангу не предпочитаю, ну, как бы, то есть... Ладно. Вот еще... Гачимучи порно? Что? Мое звание в фан-группе Вамина это Джиброни. Хуя не понял. Мог бы сказать да или нет. Ну да. А, ну мы друг друга поняли. А Озу, наверное, не очень любит вот эту всю хуйню, да, Озу? Озу, пошел нахуй. У нас тут интимная обстановка с Атомом. Так почему ты обсуждаешь с ним какую-то манку? Это не манга, это гачимучи. Ну, я обожаю манную кашу с РД. Атом, он вас оскорбляет. Что? Он всего лишь тупой заложник. Почему ты с ним разговариваешь? Ты охуел, я тут главный, ты блядь. Ты всего лишь тупой заложник, почему ты со мной разговариваешь? Да почему ты за ним повторяешь? У тебя свое мнение есть? Потому что он почему знает, почему я за ним повторяю? Да он знает, кто здесь самый умный. Это я. Потому что вы знаете, кто здесь самый умный. Да, я, это я. Вот он, наверное, даже гачимучи не любит. Я, блядь, просто уверен в этом. Я почти уверен, что он даже натурал. Вы не знали, кстати, вот у нас такая херня есть, как бы, на нашим зеленым, как бы, больше платят. Да не. Ну ты гандон. Привет. Кто б говорил? Снебись, это мой угол, блять. Я думаю, это стоит обсудить с командиром, я не думаю, что он разрешал ему контакт с заложником. Озу мне, блять, говорил, что он меня нахуй бьет почему-то, за то, что я зеленый. Как бы Атом не давал этого сделать. Если вас что-то не устраивает, то вы можете меня арестовать. Атом хороший чел, не нужно его арестовывать, он, блядь, единственный адекватный среди вас. Кстати, спасибо, что серваки взорвали. Бля, я, кстати, не взрывал, мы только порно оттуда все выкачали. Ну так оно все липовое. Ау, бывает. В смысле? В прямом, они липовую инфу накачали. Они качали с верхних серверов, на верхних серверах буквально вся информация липовая, сделана специально для отвлечения внимания, вот таких, как эти гении. Я обижен, блядь. Оскорблен. До глубины анала. Ужас! Сковода, чтоб ты, блядь. Чтоб ты поперхнулся. Рот, закрой свой. Нет, нихуя, ты мне нихуя не сделаешь, я нахуй важный заложник. Тьфу, блядь. Ну че вы нахуй натворили, блядь? Выходим, за мной. Ну спасибо, блядь, я только привык. Внезапно вам пришло осознание того, что штурм был уже проведен успешно в сторону мога. Ну да, конечно. Я поэтому тут, блядь, стою, да, вместо того, чтобы меня вывести нахуй на вашу базу. Ой. А почему тут дверь, блядь, вверху? Где? Вверху, вот, в самом верху, блядь, на потолке. Можно мне прогуляться? Я уже с ними заебался, они душные. Запрещаю. Пиздец, блядь. Ну шо, Атом, мы остались вместе одни? Да, блядь. Озу, можешь уйти, пожалуйста? Ты меня напрягаешь очень. Слышь, Атом, у нас больше платят. Намного больше платят. Кто там так ходит? Как будто в коммунальной квартире. Озу, ну помоги мне, аж уже крыша едет. Наконец-то. О, кого я вижу? Ну и что, кто теперь лидирует, а? Так-то я. Много вас тут дохлых лежит. Мы тебя будем пытать, если чё. Да я и так все расскажу. Ты тоже предатель. Обрызгал 49-го с моим словом. Куда? Что случилось? И тебя убило чипом в башке. Ну то есть тебя выключили, потому что ну тебя уже не спасти. Ну весь отряд эвакуировался, а ты, в общем, остался один ПХ-шник в комплексе. Меня оставили на связь, не выходили. Тебя убили из-за того, что тебя эвакуировали МОК. Чтобы ты им не достался, тебя, в общем, убили.